135 тысяч обращений жителей в соцсетях взяли в работу органы власти Самарской области с начала года. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Каждая третья жалоба касалась состояния дорог, а каждая четвертая – темы ЖКХ и благоустройства. Обращения фиксируют сотрудники Центра управления регионом и Муниципального центра управления с помощью системы Incident Management и отдают их в работу. Такие данные озвучили на заседании Общественного совета при Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары, которое провела глава города Елена Лапушкина. В топе проблем вопроса ЖКХ, а среди вопросов ЖКХ есть проблемы, самые главные, самые болезненные, которые на виду у всех жителей, которые проходят достаточно болезненно, это, конечно, наши с вами утечки. Глава города отметила, что неоднократно выезжала в районы, встречалась с жителями и разделяет эмоции самарцев, которые негодуют и справедливо возмущаются. В числе самых актуальных проблем – устранение повреждений на сетях холодного водоснабжения и ликвидация образовавшейся наледи после утечек. По словам директора самарских коммунальных систем Владимира Бирюкова, сложности образуются из-за изношенности коммунальных сетей, отсутствия снежного покрова, большого количества бесхозных сетей, которые были переданы СКС в прошлом году, и порывов, которые происходят в результате перепада температур. Там, где есть река и забор происходит из воды, там сети подвергаются именно этому. Из-за перепадов воды температуры в реке и из-за перепадов температуры в трубе. Что касается внутриквартальных проездов, я это признаю, проблема была, но у нас мы работаем с сетями, а все, что касается благоустройства, у нас распределено между подрядчиками, и по внутриквартальным проездам была проблема. И надеемся, сейчас мы все вопросы закроем именно по внутриквартальным. По проезжей части мы там стараемся, чтобы это быстрее все делалось. Глава Самары отметила, что реагировать на обращения жителей по утечкам и наледи нужно своевременно, а приоритеты в работе расставлять с акцентом на соцобъекты. Должен быть четкий, понятный план устранения инцидентов, который будет соблюдаться. Член общественного совета, главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова выступила с предложением от общественной палаты города усилить общественный контроль за соблюдением графиков заявленных ресурсоснабжающей организации и обеспечить максимальную открытость проводимых работ для СМИ и жителей. А руководитель областного отделения Всероссийского общества охраны природы Василий Павловский предложил помощь экоактивистов. Елена Владимировна, спасибо за этот разговор. Я доведу до сведения всех общественников своих, специально перед Новым годом соберу людей. У нас мощные в Тольятти есть, и в Отрадном есть, и в Чапаевске, и в Новокуйске, ребята, и здесь. Объективные и порядочные люди. Люди должны знать, что эта проблема на поверхности, мэр ее видит, вся команда мэра это тоже видит, и мы дорогу осилит идущие. Глава Самары Елена Лапушкина предложение общественников поддержала и в очередной раз напомнила, что работа по устранению утечек и их последствий должна быть организована прозрачно и понятно для людей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.